Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Medieval Dynasty. Сегодня игра встречает нас с вами вот таким вот непогожим деньком, проливной дождь. И мы с вами продолжаем выполнять поручение от Алвина. Нам с вами нужно отнести его бурдюк на починку. Таким образом мы с вами продолжим его историю. Отнести нужно его не абы куда, а вот сюда, в Диницу. Поэтому путь наш лежит именно туда сейчас. Ну что ж, тут наши работники, как видите, собираются, видимо, на утренние посиделки, чтобы до конца проснуться и отправиться на работу. Не будем мешать и просто-напросто отправимся. На всякий случай напоминаю, друзья, что мы с вами пока еще не можем купить лошадей, потому что у нас нет специально обученного здания для этого. Мы до него еще не добрались, но доберемся, и, как и остальных любых животных, которых у нас было здание, да, получали, строили, естественно, мы тоже построим и потом приобретем. Ну, если будут деньги, да, я думаю, что деньги у нас сами будут. Ну, а пока пешочком до деревушки пробежимся, ничего страшного. Ну что же, мы сами на месте, давайте поищем того самого человечка, с которым нам нужно поговорить. Так, где-то он вот здесь бродит, ходит. Точнее, она. Это ты? Это ты, давай поговорим с тобой. Здрасте. Привет, у моего друга порвался бурдюк. И что, кто сможет его отремонтировать? Я могу починить его, насколько я могу видеть. Это не составит особого труда. Ну, обойди меня, пожалуйста. Ну, что тебе нужно? Я разговариваю с человеком, не видишь, что ли? Но мне не хватает материалов. Что вам нужно? Возможно, я помогу помочь вам. Думаю, подойдут несколько кожаных вещей. Эти леса полны дикой природы. Как вы думаете, вы справитесь? Конечно, не вижу особых сложностей. Я вернусь с кожей. Ну, ты Пепин. Ну, не дарим, тебя зовут Пепин. Так. История Алвина, и что ж, нам с вами нужно обязательно поохотиться, что ли? Что это за таймер какой-то, еще одна минута, еще за одна минута? Нам нужно за одну минуту поймать их. В смысле, или что? Не очень понятно, что за таймер в скобочках. Написано одна минута. Так, ну давайте смотреть. Нет, мне молоток сейчас не нужен, мне нужен лук. Но я помню, что здесь вроде как кабаны были, да и олени здесь тоже были. Так что мы с вами сможем здесь побродить, посмотреть, где они здесь есть, и, возможно, даже кого-то найти. Так, вот я вижу, кто-то ходит, там олень как раз таки ходит. Ну, олень уходит даже в голову, пойдем, все равно с одного раза не окочурится. Нам бы... Вот я не знаю, лань нам засчитают или нет? Давайте попробуем поискать их здесь. А вон я вижу уже претендента, так сказать, на победу. Давайте подойдем. Так, главное, чтобы сейчас кабаны из ниоткуда не выпрыгнули на меня. И не стали... Ты не ори там. Не стали меня бодать. Так, а ты можешь остановиться, пожалуйста, на месте? Сейчас я постараюсь тебе попасть, конечно, куда следует. Да стой, никого там нету. Оп, есть контакт. Да, засчитали, отлично, слушайте. Так, вон кися бегает. Давайте освежевать, собственно, и получить, что там, кожу. Нам надо 4 штучки насобирать, да? Хорошо, есть контакт. И еще бы лань нам с вами найти. Было бы вообще прям великолепно. Вот я, кажется, вижу уже вот там. Или это олень? Или лань, или олень? Нет, это олень. Блин, ну я ему в голову заряжу, но он убежит, потом за ним бегать. Не очень хочется, честно говоря. Давайте немножко попробуем, походим. Поищем еще. Так, вот там кабан или нет? А, нет, это камень. Эти кабаны так на камни похожи, жуть. Такс. А вон кабан, правда, слушайте, кабан. Ну, кабана можно, скорее всего, на меня. Да, хотя, может, не побежит нифига на меня. Они как-то тоже то бегут, то не бегут. Там сплошные олени. А вот там не лань случайно ли? Подождите-ка. Вот там вот стоит не лань случайно ли? Вроде бы лань. Так, олень, ты тихо только. Тихо. Так, не шумим, ребят, не шумим. Это, собственно, очень важно, этот самый процесс идет, понимаете? Нет. Эть? А как так-то? Блин. Убежала. Сейчас будет как это самое туда-сюда носиться. Ладно, нормально. Да тормози, я уже далеко. Ты не должна меня видеть и чувствовать. Блин, кабаны стоят. Вон она бегает. Ладно, сейчас кабан. Кабан, давай, ты должен на меня побежать, правильно, кабан? Опти. Че ты убегать стал? Ты же раньше на меня все время бежал, кабан. Знаете, о, класс, завалили. Завалили кабана. Прям в задницу его пострелили с второй стрелой, и все, ему хана. Так, вот там кабаны стоят, не очень хорошо, они, надеюсь, меня чувствовать не будут. Сейчас мы с вами тоже освежуем его. Ну, по идее, должны добыть то, что нужно. В принципе, уже можно и возвращаться. Так, все, да, есть балдеж, погнали обратно. Ну и где она? Кстати, надо будет еще ребяток посмотреть. О, так. Вы тут пока посидите немножко, ладно, сейчас я это квестик отдам. В смысле, ну, штуки всякие. Здрасте, задание выполнено, дорогая леди. Вот необходимая кожа, очищенная от шкуры. Должно быть, и правда, было много работы. Он очень дорогой друг, не так ли? Я просто люблю помогать нуждающимся. Кожаный мешок для воды принадлежит Алвину, фермеру из соседней деревни, к востоку отсюда.
О, я его знаю, он хороший парень. Вот и бурдюк как новый. Передайте ему от меня привет. Договорились, спасибо за вашу помощь. Окей, окей. Так, ну все, можно возвращать обратно. Только сначала мы посмотрим, кто у нас здесь сидит. Здесь у нас сидит товарищ добытчик. Ты у нас кто? Фермер. О, ремесленнику, ты очень нужна. Ты очень нужна нам в нашей деревушке. Давай, как раз у тебя домик большущий, огромный построен. Ну ладно, небольшой, средний, но так или иначе. Создай новое поселение. Давай, иди к нам, отлично, увидимся там. Кайф. Так, сейчас, а кто там еще раз-то у нас? Выживач, да, и добытчик. Ну вообще давайте, наверное, выживальщик-то возьмем, потому что у нас вот рыбак беременная, тоже скоро нужно будет ее подзаменить в этом плане, поэтому да, тебе повезло, дядька. Ты идешь к нам тоже в деревню. Давай. Ага, увидимся там. Так, и давай-ка мы тебя подселим, знаешь, куда? Наверное, вот сюда тебя подселим сейчас. Так. Вот сюда у нас здесь кто, шахтер живет? Ну и нормас, как раз будешь с ней тоже тусоваться там. Так, все, родовит. Иди. Иди сюда, живи. Все, дома у всех есть, класс. Осталось им там даже на работу можно отправить, в принципе, и все будет шикарно. Что ж, хорошо, мы сами, так сказать, убили буквально двух зайцев одним выстрелом, и людей взяли, и квестик выполнили. Замечательно. А теперь мы с вами отправляемся в Гастовию, судя по всему. Так, да-да-да, давайте, дорогу вы знаете, так что добежите. Доберетесь, дойдете, короче говоря. Мы с вами отправляемся туда и будем отдавать ему Бурдюкова. Итак, мистер Алвин, где ты там есть? Иди сюда к нам, мы сейчас будем отдавать тебе твою штуку. Стой. Здрасте, я вернулся с хорошими новостями. Работа сделана. Вот. Спасибо, вот это очень мне поможет. У меня есть семена лука, вот, может пригодиться. Да вообще не особо, но ладно, спасибо. У вас не было особых проблем с этой просьбой, не так ли? Посмотрим. У швеи не было кожи, чтобы починить бурдюк, поэтому мне пришлось выслеживать диких животных, чтобы добыть все припасы. Замечательно, так как? Что там слева происходит? Боже мой, да обойди ты меня. Значит, вы можете создавать инструменты и охотиться, вы действительно потрясающий. Моя мама всегда умела обращаться с луком и копьем, она с ранних лет брала меня с собой на охоту. Я завидую вам, мой отец научил меня только тому, как возделывать поля. Помните, что в конце концов вы сами определяете свою судьбу. Да, в этом есть смысл. Пора мне уйти до следующего раза. Господи, боже мой, ты не могла обойти меня, да? Так, дождитесь следующего дня. Ну что ж, хорошо, дождемся. Обязательно дождемся. Что вы делаете? Давайте посмотрим. Ну ладно, погнали обратно пока в деревню. Тут делать-то больше нечего. У тебя квест какой-то есть? Это на репутацию наверняка, да? Что такое? Давай поговорим. А, новенький, приятно. Да какой новенький? Я тут живу 50 лет уже. Новенький. Помочь? Ну да, это очевидно просто обычный квест. Ночью внезапная очень сильная буря пронеслась через вашу деревню и повредила некоторые постройки. К счастью, никто не пострадал. Да ё-моё, ну игра, ну чё, сейчас там пол здания чинить нужно будет, да? Половину. 4 постройки повреждены, капец. Ладно, на самом деле с таким количеством построек могло быть и хуже. Так, у нас там осень наступила, да? Блин, и чё, какие постройки у нас повреждены теперь? Какие, давайте посмотрим. Ой, капуста испортилась, такой уже есть не надо, то отравление будет 58%, жесть. Ну, пойду выкину ее. Так, ну для начала давайте глянем все равно, что у нас там повредилось. Дома. Маленький дом. Простой дом повредился. Колодец повредился у нас. И 4-е здание, кухня. Да что-то как будто бы тут и как бы это самое. Вон, нифига себе дыры в стенах. Охренеть. Так, ну-ка подождите-ка мой молоточек чудодейственный. Сейчас будем смотреть. Это у нас ремонт. Ну да. Бревна. Жесть, крыша прохудилась, тут надо починить тоже. И ветки, вон колодец поломанный. Ё-моё, жизнь тоже прохудилась так, на самом деле. Ну, тут куча бревен надо чинить. Да, будет, конечно, что-то не очень прикольно. Так, ну в целом, ладно, в целом более... Ой, тут нифига себе, тоже стену разнесло, охренеть. Просто что это со стеной? О, боже мой, ладненько, сейчас будем с вами заниматься починочкой. Ну, давайте смотреть еще раз. Так, что у нас здесь? Ремонт мне нужен. Здесь ветки, да, скорее всего? Ну, да. Окей. Ветки — это не беда, в принципе. Починено. Здесь еще прям как будто бы здесь эпицентр, блин, бури был, что странно, потому что тогда бы, мне кажется, вообще все вокруг бы разлетелось. Ну, ладно. Так, здесь у нас доски нужны еще. Ё-моё. Ладно, сейчас кроме досок починим все остальное.
Давайте здесь. Так, досочки, досочки. Там домик, и вот здесь что нужно? О, не зря солому взял, кстати говоря. Так, солому давай. Тоже чиним. Оп, балдеж. Сейчас будем с вами смотреть, что еще повреждено где. Но я думаю, что, наверное, все. Блин, домику тоже капец досталось неплохо. Так, минус бревна. Ну, плюс домик. Все, все хорошо, здесь все хорошо. И получается, жительница еще крыша, да, протекает. Надо бы тоже починить. Но доски у нас с вами тоже не проблема, поэтому вообще замечательно все, можно сказать, обошлось. Конечно, лучше бы без этого вообще было, но что поделаешь. Так, еще раз смотрим. Давайте управление, здание. Простой дом. Какой-то здесь дом еще поврежден, да? А остальное вроде бы нормально все. Ну да-да-да, вроде только оно. Ладно, домик какой-то здесь. Где-то какой-то здесь домик? Или нет, что-то? А, о, вижу, ёб, просто новый дом. Новому дому досталось. Так, курочки. Смотрите, дай вам привет. О, тут каменная стена развалилась вообще, да? Каменная стена, крыша тоже развалилась. Так, еще надо камень теперь принести. А здесь что у нас? Ё-моё. Камень, доски еще, кстати говоря. Что, досок дофига надо, жесть. Дорогостоящая крыша, однако. Так, короче, камень нужен еще и доски. Так, ну тут немножко осталось еще. Давайте досочки, две штучки. Бам. Крыша готова. И здесь залепить, и все, в общем-то, будет. Хорошо. Ну, все, вроде все как новенькое. Все теперь вроде бы как новенькое выглядит. Сейчас проверим. Так, с домами все хорошо. Здесь все норм, 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 норм. Так, надо рыбацкую хижину принести эту. Копье их. Ой, блин, слушайте, ну я же забыл, у нас тут урожай еще поспел. Ё-моё, собирать надо все дело. Так, ну там пока маг собираешь, да? А вы все маг собираете, что ли? А, ты, ну, короче, у них тут, так сказать, в два этих самых работают. В четыре руки, короче говоря. Один собирает, другой сразу уже удобряет и потом пойдет спашка. Хорошо, я пока пойду соберу тогда. Ладно, там овощички собрал, дальше, я думаю, сам справится. Я хотел сделать... Точнее, это у нас, по идее, должны в кузнице делать, но, видимо, еще не успели доделать. Там точно льняная нить нужна была. Нужно было, по-моему, бревно, что ли, или палки, не помню. Давайте бревни возьмем, давайте веток возьмем. Так, и камень нужен был еще, это точно. Сколько, не помню, ну, возьму сколько-то, 10. Так, сейчас... Тоже быстренько сделаем, если, конечно, свободный... О, свободный станок, отлично. А все, получается, один кузнец у нас ушел уже в декрет. Судя по всему, да? Так, ну, получается, мать. Выходит, что мать. Ядрить, сколько у нас матерей-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Охренеть. Просто можно. Но, благо, вроде всем на замену нашлись, ребята, более-менее. Что-то проверить еще здесь. Да-да, пока нормас, пока все хорошо. Супер, так, ну сейчас мы тогда сделаем, быстренько поможем им немножко. Камень, инструменты, вот, острога, да-да-да-да. Две штучки нужно сделать. Ну ладненько, в деревушке вроде так более-менее с делами разобрались пока что. А, нет, все нормально. И бежим опять к Калвину, поговорим с ним. Узнаем, что там он как выживает, видимо. О, а вот, видимо, и наш новый друг. Калвин, стой. Ну не виделись, да как давно, буквально вот только-только. Ладно, как ты? Выглядишь грустным. Здрасте, вы не поверите, что произошло. Давай скажи мне, моя мотыга сломалась. О боже, только не это, только не мотыга. За что так сурова жизнь? Не смейтесь, это действительно важно для меня. Ладно, тогда с чем могу помочь вам? Что ж, я уже заказал новую у Фалибора, мастера из деревни. А я знаю, мы ему частенько продаем флакончики. На другом берегу реки, к северу отсюда. Он старый друг моего отца. Папа сказал мне, что Фалибор в конце концов бросил кузнечное дело, когда стал старше и начал страдать из-за боли в спине. Тем не менее, он все еще иногда помогает починить некоторые инструменты местным полевым работникам. Я еще не брал мотыгу, потому что у меня было много... работы. Работы. Конечно, я буду рад помочь вам. Вот это деньги Фалибору за новую мотыгу. Думаю, это должно хватить. Я уверен, что могу вам доверять. Не волнуйся, я скоро вернусь с твоей драгоценной мотыгой. Блин. Ну ладно. Ну вообще, заказывай в нашу деревню. У нас там классные мастера тоже теперь, знаешь, тут по соседству появилась деревушка. Никто, возможно, не знает из вас, да? Но как бы она тут уже несколько лет как бы есть на самом-то деле. Поглядывали бы там, не знаю, иногда прогуливались бы в своей деревне куда-нибудь подальше. Вот, и там тоже много товаров. Заходите. Ну, этого, товарищи, мы знаем. Он уже как на месте, как обычно, у себя тусуется, да? Фалибор, привет. Добро пожаловать, здрасте. Альвин послал меня забрать заказную мотыгу.
Я предполагаю, что с ним случилось что-то плохое, судя по тому, что он должен был послать кого-то от своего имени. И он просто очень занят с работой. С работой, правильно, я ему помогаю. Ах, этот мальчик, он способный, но он берет на себя все семейные обязанности в одиночку. Он не может увидеть то, насколько сильно он себя ограничивает. Он еще молод, и он мог бы сделать гораздо больше, чем просто работать в поле изо дня в день. Да пускай занимается, чем хочет. Что с этими советами? Жесть. Так что я не единственный, кто это замечает. Если вы дружите, возможно, вам удастся вразумить его. Сделаю все, что могу. Сколько вы хотите за его мотыгу? Для Алвина это 90 монет. Спасибо, тогда я вернусь к нему. Подождите, еще кое-что. Один охотник ищет покупателей для своих луков. Вам интересно? Мне интересно продать свои флакончики. Не хочешь купить, кстати говоря? Не сейчас, но я буду иметь в виду еще раз спасибо за мотыгу. Угу. Так, мотыга для Алвина. А сколько нам денег дал? 120, по-моему, нет? Или да, или нет? Ну, короче, если что, дадим ему еще деньги сверху. Ну, если можно будет, конечно. Алвин, хорош пахать, уже это солнце садится, давай. Иди, там все уже в таверне собрались давно. Ты все здесь в поле тусуешься. Вот и я, держи мотыгу. Спасибо, вам хватило монет? Да, Фальборн продал это даже дешевле. Дай 30 монет, да, конечно. О, это очень мило с его стороны. Возьми монету, вы мне неоднократно помогли. Ты это заслужил, дружище. Ну, окей. И говорил с Фальбором, что нового у него. Мы немного поговорили, он упомянул, что какой-то знакомый охотник ищет покупателей для своих луков. В самом деле, тебе интересно? Я не знаю, я даже из лука никогда не стрелял. Думаю, у меня все равно не получится. Лучше попытаться, чем ничего не делать. Ты так не думаешь? У вас совершенно другой подход к жизни, нежели у меня. Но, может, ты прав. Я должен обдумать это. Ладно, тогда я оставлю тебя наедине с твоими мыслями. Увидимся в следующий раз. Ну, опять в следующем сезоне, понятно, короче говоря. А, ну, по-моему, потом мы что-то будем с ним... Он какие-то соревнования, или это не он будет устраивать? Что-то помню такое со стрельбой из лука. Вроде как. Что-то было такое. Наверное, это оно. Так, у нас что-то это, гуси как-то не особо стараются. Может, прикупить им еще кого-нибудь туда? Может, еще гусы не взять? 1200 всего стоит. Эвон, как думаешь? Купить самочку еще? Давайте купим, наверное. Так, гусыня самка. Гусятник. Давайте, давайте. Это что-то пока как-то у них прям не идет. Опа. Все, улетело к нам. Опаньки, мужички, мужички, дорогие мои, давайте-ка, так, у нас, кто-то у нас добытчик, ты у нас кто, ты у нас, о, ремесленник, выживач, еще и охотник, да, давай, давай, иди к нам, да, вообще замечательный, давай к нам в поселение дуй, все, плюс еще один человечек, замечательно, сейчас мы тебя даже какой-нибудь, наверное, в кузницу сразу отправим работать, да, наверное, отправим его сразу туда тогда, в этот самый, короче, на работу, и надо поселить его кому-нибудь. Так, а давай-ка сюда. Давай сюда, дружище. Иди здесь живи. Вот тебе новый домик. Наслаждайся, как говорится. Ну, пока что, да, в кузницу пойдешь, а там посмотрим уже, куда тебя определим, может быть, в другое место. Друзья, пока план такой. Мы с вами ожидаем следующего сезона, да, чтобы поговорить с Алвином. И в это время нам с вами нужно построить, я думаю, еще одну кузницу. Так посмотрел, прикинул, что инструментики я не успеваю делать. Это, конечно, пока все еще дерево с камнем, понятное дело. Вот, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы они все-таки успевали делать необходимое количество, чтобы я прям там даже с собой этим больше не занимался. Поэтому неплохо было бы построить еще кузницу, и, соответственно, еще больше пригласить сюда мастеровых ребят к нам в деревушку. У нас есть, конечно, два места для мужичков, но мужичков, блин, пока днем что-то с огнем не сыщешь, как бы они, конечно, попадаются, но как-то редко. Вот, и поэтому я думаю, что мы с вами построим еще тогда дом один по этому поводу, да, хотя бы. Можно маленький построить, не обязательно большой. Построим домик, построим кузницу и пойдем пробежимся по деревушкам, посмотрим, кто где есть еще, и кого-нибудь обязательно пригласим к себе, отправим на работу в кузницу, чтобы опять же пошустрее все это у нас было. Еще как у вас все взрослые уже получается, нет, еще есть птенчики. Ну, надо тоже еще продать парочку животных, это неплохо так идет. Так, здесь по-прежнему пока только трое, ну, как бы еще и сезон не сменился, понятное дело. Ну, давайте мы сейчас тогда посмотрим, что у нас там по курочкам. Курочкам, курочкам, мне нужны курятники. Куры 10. Так. Значит, ну, самых старших. По 6 сотен, кстати, так-то уходит нормально. Неплохо. Так, товарищ, уходи. Хочу продать, да. Естественно, плюс деньги. Так, курочка, да, уходи. И давайте еще одну курочку продадим. У нас тут еще как раз петух получается. Еще маленький есть цыпленок. Хорошо. Так.
Да, хочу продать. Все, 3 места у нас вместе освобождается. Отлично. Очень даже неплохо. Так, ну что ж, тогда давайте посмотрим, что нам с вами там нужно, сколько там бревен взять, да, и будем потихонечку строить. Так, кузница вторая, 8 бревен, я думаю, что мы с вами построим где-то вот здесь, наверное, рядом со швейной, еще мастерскую одну забабахаем. Но если, правда, дерево мешаться не будет, не хочу особо это дерево пилить никуда. Думаю, ну, а если нет, то в какое-нибудь другое место определим. У нас, в принципе, это место дофига еще, где можно что построить. Так, и... Кстати, да, у нас есть небольшие изменения, были, я вам не показывал еще, но пока их особо не видно, вот они так будут выглядеть. У нас есть дорожка появилась, тут очень немножечко, так сказать, изгороди поставим побольше. Опять же, постепенно все это у нас будет заполняться и будет прям вообще супер круто красиво. Вот такие вот дела. Ну что ж, ладно, забрем именно склад тогда давайте и смотреть, где у нас там поместится кузница наша. Так, бревна, бревна, бревна. Ну, для начала просто 8 возьму, чтобы поставить можно было, там уже дальше стройматериалы будем с вами забирать, естественно. Ну, в общем-то, даже помещается немножко, может быть, впритык дороги, но ничего страшного. Так, сейчас мы с вами чуть-чуть отступим от швейной, совсем немножко. Мастерской вот здесь и поставим тогда ее. Аккуратненько, давайте, бам. Все, шикардос, ну, может быть, даже слишком близко. Ну, ладно, не, нормально, нормально. Как раз здесь немножко места остается, здесь дерево не пострадало. Как говорится, при строительстве данной кузницы ни одного дерева не пострадало, да? Это хорошо. Все, и у них здесь еще и место, что пройти будет, можно будет дорогу даже зафигачить сюда, вот в сторону, кстати. Так, это как раз в продолжении вот этой вот, например, дорожки, да? Прям до той дороги, например, ну да, что-нибудь такое типа и сделаем. Ну, как раз здесь можно будет тоже участочек отгородить вот этот вот. Шикарненько, все, там прям как будто бы здесь и надо было ее ставить. Что ж, как обычно, бревна и доски, да? Угу. Кайф, готово, все готово, осталось теперь только, правда, где-то ремесленников надыбать еще 2 штучки, чтобы сюда их загрузить. И поэтому надо бы, наверное, домик поставить, да? Так, дорога, дорога, дорога. Как она у нас пойдет? Она может пойти вот так вот, вдоль заборчик, немножко наискосок, например, кстати. Можем прямой просто сделать. Ну ладно, с дорогой разберемся, хрен с ней, пока она тут не особо-то не то, чтобы прям очень нужна была, прямо сейчас. Так, домики, ну что? Здесь я точно строить ничего не буду больше. Здесь дома можно построить дом еще вот тут напротив как раз. Здесь в этом месте, да? Хороший участочек получится тоже. Можем здесь, а можем где-нибудь в другом месте. Давайте-ка пробежимся по нашей деревушке, вообще посмотрим, что там происходит пока. Я там уже дорогу немножко дальше провел, постарался ровно это сделать, чтобы было тоже красиво и замечательно, естественно. Тут тоже деревья, как видите, выросли уже, считайте, за заборчиком, тоже балдежненько. Так, можем и здесь что-то построить, в принципе, да? Ну, хотя пока у нас такая, получается, последняя линия, как бы. Наверное, сейчас за нее особо строить ничего не будем. Давайте все-таки, наверное, в ту сторону. Ну, здесь у нас с вами поля тут точно давненько не нужны, ничего такого. Это у нас тоже уже, как бы, считаете, край будет. Работает, что-то ходит, все молодцы, правильно делают. Ну, короче, прям, да, сюда дом напрашивается. Здесь, наверное, тогда и будем ставить его. Блин, я только ради такого крыльца хочу поставить дом прямо здесь. Смотрите, какой высоченный получается. Ну, потому что здесь неровная поверхность, нифига. Но, черт побери, как круто это смотрится. Прикольно, у нас таких домиков еще даже не было. Ну, точнее, были вон, хоть соседский даже такой же, но я к тому, что настолько высокого не было. Даже там не так, по-моему, высоко поднят. Хотя здесь с другой стороны фундамент, да, как бы, возможно, высоко пойдет, ну да. Но смотрится все равно прикольно, так или иначе. Так что мы прям с вами вот так здесь сделаем, как есть. Ставим, так, ну и здесь у нас нужно будет только... Ну, либо еще один домик можно будет поставить в притычок, да, попробовать как-то как раз отгородить. Ну, либо пока так оставим, короче, неважно. Сейчас главное, чтобы у нас с вами дом еще свободный был. И, конечно же, каменный какой-нибудь там, древесный каменный сделаем. Ну, а теперь погнали за стройматериалами, сейчас будем его здесь... Отстраивать. Блин, пока уже с одного конца на другой прибежишь, наши деревушки уже, блин, 10 лет пройдет, жесть. Какая же она огромная стала. Все, шикос. Готов. У нас еще один домик. Оп. Балдеж. Балдежника. И мы с вами можем, в принципе, пробовать искать людей. Для нас. Время у нас уже 2 часа. Ну, можем добежать куда-нибудь, только не туда там нечего делать. И в Борово тоже делать нечего. Но мы можем с вами пробежаться вот по этим деревушкам еще здесь, да? Например, в общем-то, там поискать людей. Ну и совместим, как говорится, полезное с полезным. Опять же, поторгуем заодно там с теми деревушками, потому что у нас опять и флаконов дофига накопилось, да и в целом много всего, то, что можно продать, а нам с вами денежки пригодятся. О, мужичок, так, ты у нас что из себя представляешь? Да ничего особого, да? Понял, 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 ладно. Стоит, руки замотал. Серьезный какой-то. Так, где у нас тут ваши ребятки, с которыми можно поторговать? А, ну вот... Так, у Норберта там какой-то еще квест, кстати говоря. Что за квест, Норберт? Какая-то история твоя, что ли, еще? Привет. Жесть. Как дела, говорит. Не, давай мы с тобой поторгуем. Покажи-ка свои товары. Я тебе, точнее, свои покажу. У тебя денег, вроде, не особо-то есть. Ну, ничего, ничего, ничего. Сейчас.
что-нибудь придумаем с этим. Так, деревянные флаконы и мешочки я взял. Так, держи мешочки, 25 штучек себе, и все, денег у тебя больше нет. Понял? Давай, удачки. Да-да, все хорошо. Здесь должен быть еще один торгаш. Где он? Где-то там стоит, видимо. Понял, побежали. И сейчас как раз в соседнюю деревушку сразу сумею. Дадим дёру отсюда. Ага. Так. О, боже мой, да не надо так пугаться. Это всего лишь я пришел поторговать. Но у нее денег чуть побольше, чем у травника. Так. Забирай 5 мешков тогда. И вот сейчас мы тебе будем выдавать флакончики. Так, держи, все, денег у тебя тоже больше нету. Пока. Увидимся, да. Так, 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 мужички, мужички, я надеюсь, я верю, что вы те, кто мне надо. О, хорош, хорош. Так, тебя забираем. Ой, тебя забираем. Ядрить какой вообще, слушайте, на все руки мастер практически. А ты что здесь уткнулся? Ну-ка. Дипломат. Ну, так, короче, вы точно идете ко мне жить. В деревню прям супер точно. Давай. Привет, иди к нам, увидимся там. И тебя забираем. Тебя тоже забираем. Так, у нас, стоп, у нас точно место есть? А, ладно, неважно уже. Сейчас посмотрим, что-то я, подождите, я подумал, а может быть мы все сами заселили уже? Что было или нет? Ну, один дом свободный, понятное дело. А, не-не-не-не, все, фу-фу-фу, как раз еще одно место было, еще одно место было. То есть одного сюда, и у нас там еще место для дамы остается, да? Угу. Одного подселили замечательно, так, и второго сейчас надо будет тоже подселить в новенький домик. В новенький домик, как раз для тебя, дружище. Вот иди здесь живи, наслаждайся видами, как говорится, пока что. Ну, погнали еще в соседнюю деревушку сбегаем. Так, у нас получается два ремесленника, как раз в кузницу, да, в новую. Это хорошо, это замечательно, нам про запас бы еще... Да, так у нас с вами ни одного дипломата, по идее, нету. Ну, точнее, может, и есть, но они у нас другими делами заняты. Так, а вот раз дипломат есть, мать... Так, кто у нас еще хороший дипломат-то есть? А, ну вообще-то есть дипломат, но они, правда, у нас тут и мастеровые, и не мастеровые, и фермеры, короче, да? Так что, в принципе, нам чисто дипломат бы тоже пригодился, но у нас сейчас уже место в любом случае только для дома осталось. Ну и то, на самом деле, когда он там пригодится, мы с вами еще кучу домов к этому времени, я думаю, настроим. Так, уже в соседней деревне мы с вами находим еще одного торгаша, и вот, пожалуйста, ему все флакончики. Все, класс, 17 тысяч у нас есть. Балдеж, денежки, денежки, денежки. Так, мне нужно ваше вот это место, и надо осмотреть, так сказать, даму внимательно. Дама? А, ты не хочешь, да? Понял. Конрад. Ну и ладно. А, тут еще двое сидят, кстати. Ничего себе, здрасте, ушли оттуда с того места и присели сюда, и незаметные. Ну давайте посмотрим на Розалинду. Выживальщица и все, да, в принципе. Наверное, тогда нет. Даже еще и в эту деревушку добежал. Который называется Ронница, да, вот. И тут что-то тоже не особо как-то повезло. Блин, может нам еще и тогда и хрюшку прикупить, еще одну. Свинюшку. Хрюшку-свинюшку. Разойдись, расступись, народ, я хочу глянуть, что у вас там. Ну, подойдите. А, о, может маленького поросенка купить? За 900 денег. Блин, или свинюшку купить. И поросенка. Самочка, да? Ладно, давайте взрослую попробуем купить еще одну тоже. У нас деньги-то есть, 1800 стоит. Кстати, подешевле тоже стало, да? Так, свинюшка. Ну, там всего 5 мест здесь, так что, как бы, это самое... Оп, все, улетело к нам, отлично. Но, ладно, в общем-то, можно сказать, что не зря сходили сюда. Что ж, друзья, вновь зима и вновь снегопады эти лютые, а мы с вами отправляемся опять к Алвину, поговорить с ним, видимо, спросить, как у него вновь дела, и заодно, может быть, какое-то опять его поручение возьмем, ну, посмотрим. Так, ладно, ребятки, вы тут не мерзнете, главное, я тут, собственно, костерочек вам сделал. Опять вы телепортируетесь, да хватит уже. О, смотрите... Так, Скорбимира, это вот, собственно, наш самый первый-первый-первый ребенок, родившийся в нашей деревушке, и вот уже потихонечку ходит. Слушай, а может быть у тебя и мать, так сказать, освободилась? Хотя нам сейчас даже, получается, некуда ее отправить. Давайте посмотрим. Ага, ага, вот она, Леонардо, расстраивается, что нечем сейчас ей заняться, видимо. Но она у нас и ремесленник, она у нас и добытчик, и кто угодно. Ну, может быть, даже мы сможем куда-то пристроить ее. Так, а что у нас по Скорбимире? Давайте посмотрим. Скорбимира, Скорбимира. А, ну вот, 2 года получается всего. Угу. Блин, у нас там, кажется, кухня поломалась одна, слушайте, надо починить тогда. Так, еще раз, кто там у нас, кто там у нас, я уже забыл, блин, пока смотрел на другое. Ремесленник, а, ну еще и фермер, и добытчик, да, ремесленник. А, ну хорошо, у нас есть место вообще-то в мастерской, мы тебя тогда что-то разбагрим тогда. В принципе, в амбар нам, наверное, никто не нужен больше пока.
Ну да, да, наверное, так и сделаем. А, ну так, немножко, да, крыша здесь повредилась. Уже, видимо, от времени. Только здесь, ну, видимо, да, значит, солома или что там нужно. Солома уже нужна, правильно? Давайте посмотрим. Да, солома 4 штучки, окей. Ну, вот и все. Так, ну и заодно, наверное, возьмем с собой это поторговать еще что-нибудь. Ну и заодно давайте посмотрим, нет ли здесь какого-нибудь, какой-нибудь точнее. Вот, может быть, ты? Добытчик и ремесленник. Слушай, а давай-ка ты к нам пойдешь тусоваться у нас там будешь? Пригодишься. У тебя, в принципе, все остальное на двоечку практически, кроме выживания. Нормас, давайте пригласим ее к нам, тогда как раз есть местечко. Увидимся там. Все, сейчас, как всегда, разместим ее сразу. Вот здесь. Так, пустой слот. Иди, занимайся. Все, балдеж. А наш друг, похоже, даже такую метель на полях тусуется. Ну, давайте к нему подойдем. Ну да, на своем месте, как обычно. Приветики. Привет, Алвин. Что у тебя нового? Выглядишь иначе? В последнее время я много думал о том, что я собираюсь делать со своей жизнью и чего я действительно хочу. И... хочу попробовать что-нибудь новенькое. Я хочу научиться стрелять из лука. Ну да. Это звучит как очень серьезное жизненное решение. Для меня, да. Вы можете мне найти того охотника, который продает луки. Я не знаю, что меня ждет на тропе, а вы точно знаете, как не умереть в дороге. Неожиданное путешествие, говорите, я с вами. Супер, покажите путь. Мы также можем спросить Фальбора, где именно проживает охотник Фальбора. Тогда пошли. Ой, прям сейчас с ним нужно будет идти еще, нифига себе. Говорит с Фальбором. Ну погнали за мной, только не с тобой, пожалуйста, тогда. Ну что ж, к Фальбору, да и... Давай, погнали. Надеюсь, он там нигде не застрянет. Просто будет бежать за мной. Ой, внезапненько у нас имя Амбар 2 разблокировался в пути. Что ж, хорошо. Будет что построить в дальнейшем. Точнее, апгрейднусь. Так, а ты через воду идти или идешь? Не, идет, нормас, погнали. Давай, Алвин, не отставай. Иди за мной. Так, мы почти уже на месте, точнее, в одном из пунктов назначения. Здоров, Фальбор. Здравствуйте, недавно вы упоминали, что у одного охотника есть на продажу луки. Не могли бы вы рассказать нам, где мы можем его найти? Да, однако, это не он, а она. Имя охотника Гизела. Она живет далеко на западе в деревне Лесника. Спасибо, давайте двигаться дальше. Берегите себя в лесу и дороге, но предупреждаю, у Гизелы довольно сплющивый характер. Мы будем осторожны, спасибо за советы. Так, ну чё, слышал все? Погнали. Куда погнали-то? Ой, ёптить. 1,5 километра. В лестницу, да? Ух, путь будет не близким. Но, собственно, я тоже привык, а ты давай это, готовься. Слушайте, а парень, ты не промах, я вот все бежал, он за мной прям по пятам не отставал, я уже там весь на последнем издыхании, он все спокойно бежит за мной, и в такой, вы знаете, легкой летней одежде, в такое вот холодище, и при таком снегопаде, молодец. Казалось, ты крепкий малый, да, не то, что там на полях постоянно тусуются, хотя на полях, мне кажется, только крепкие ребята и тусуются так-то. Но, так или иначе, мы с вами подбежали уже к деревушке практически вот-вот на месте. Сейчас мы с вами будем... выяснять, что же там потребует от нас, ведь наверняка просто так там ничего не сделают и, возможно, даже луки. Хотя, казалось бы, продавать. У нас есть деньги, мы можем купить, но я думаю, что все будет не так просто. Так, мы почти на месте, дружище. Сейчас поговорим. Вот, вот это, видимо, она, да? Угу, здрасте. Что вам нужно? Приветствую, мой друг. Алвин хотел бы купить у вас лук. Ваш друг потерял язык? Нет, конечно, нет. Просто я большой болтун. Вы оба сразу же начинаете меня бесить. Вы, без сомнения, идеальная пара. А теперь давайте перестанем болтать, ребята, и перейдем к делу. Покажи свои товары. Хорошо, вот теперь это разговор. Давай заключим сделку. Отлично. В смысле? Так, ну... да, простыл, что ли? Похоже, мне нужно вернуться и поменять штаны. Она оказалась раздраженной и, вероятно, долгое время ничего не убивала. Или никого. Она устрашающая, наверное, ест медведей на завтрак. Что ж, лук у вас уже есть, опыт придет со временем. А, все что ли? О, ладно. Репутация плюс, хорошо. Вот несколько стрел из моего недавнего приобретения. Это за помощь мне снова. Без проблем, любое время. Ах ты ж, блин, я думал, тут что-то еще будет. Ну ладно, ну в общем-то, в любом случае, да сдастся следующего дня. Слушай, а если мы немножко... Вот я сейчас дождусь следующего дня, интересно, он уйдет или нет? У меня есть костер просто с собой, я прям хочу дождаться следующего дня. Ну, точнее, не костер, а ветки есть. Сейчас кастрик поставлю. Он прям телепортируется, интересно, или нет? Друг, иди потихонечку, только ладно, не торопись. В любом случае, пойдет по дороге. Я поставлю здесь костер.
Разожгу его сейчас. Ну, давайте попробуем поспать. Блин, еще слишком рано, типа, да? 4 часа с половиной, черт. Ну, ладно, ладно, тогда... Что ж, тогда я соберу еще веток. Соберу еще веток на всякий случай и отправлюсь дальше. Мороз и солнце, как говорится, день чудесный, мы с вами бежим опять к Калвину. Хватит телепортироваться, я же сказал, что в нашей деревне это запрещено. Я слежу за вами, блин. Все, бежим. Он уже, естественно, добрался до Гастовии. Я тут пока тоже ночку немножко покрафтил, как обычно, в общем-то. И теперь можно к нему сбегать. Друг, подожди, не убегай от меня. Стой, 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 Алвин. Что там с луком-то? Здрасте. О, да, у вас глаза горят. О чем вы так задумались? Вы не ошиблись. Я планирую построить мишень для стрельбы из лука. Хотите помочь? У меня есть выбор? Я проигнорирую этот вопрос. Я могу достать нам солому без проблем, но мы могли бы даже также использовать несколько бревен и молоток, чтобы построить его. Вам больше ничего не нужно говорить, я вернусь со всем остальным. О боже. Так, бревна, но я не буду никуда уже бежать за ними, сейчас просто здесь нарублю это дерево. Да и все. У нас же есть топор с собой, да. Так, ну-ка, поехали. Поберегись! Так, ой-ой-ой, тихо, сейчас бы самому по башке не получить. Так, раз и два. Все, брён забираю. Забираю и идем опять. Стой, а я уже все, я уже вот он, не ожидал. Что там дальше? Я знаю, где лучше построить. Идите за мной, вперед. Да, я, кажется, тоже знаю, но там их сейчас мы будем оставить. Около берега. Ну вот, и где-то там вот сейчас снизу мы и будем ее устанавливать. А потом еще и стрелять будем, кстати. Не то чтобы меня это очень сильно радовало, ну ладно. Давай, Вайлон, что скажешь? Здесь, да? Да, вполне годится, что теперь? Теперь я буду практиковаться в стрельбе. Если у вас есть время, покажите мне, как вы это делаете. О, наверное, не стоит. Вы явно стреляете лучше меня. Как сказать? Так, а вот и она, собственно. Поговорить с Алвином, давайте поговорим. Хорошо, начинающий лучник, смотрите и учитесь. Думаю, метров 20 от цели достаточно, покажите мне, как это делается. Оф, окей. Так, метров 20, а как это 20 метров? Это же там, по-моему, было на самом деле что-то далеко, я так отходил, думаю, нифига себе. Так, ну давайте попробуем. Откуда-то отсюда попасть. Ладно, поехали. 18 метров, 89%, 16,7 у нас сами счет получается. А нам что нужно? А нам нужно, то есть нам нужно дальше и точнее. Надо было свой коронный лук, так сказать, захватить сюда, ну ладно. 16,7, поехали. 13,5, что хуже, блин, у нас точность упала, зато отсюда нужно стрелять, вот здесь 20 метров, короче. И нужно прям в яблочко попасть, капец, я же говорю, что далеко. 28, в смысле 28? Сейчас каждый раз все хуже и хуже. Так, ну давайте повыше поднимемся немножко так. Не, слишком вообще перекинули, надо наоборот. Тихо, не кашляй там, отвлекаешь меня. 90%, 90... Да, 19,2, серьезно что ли, ё-моё. 86% маловато будет. 18 маловато будет. Сейчас я стрелы, короче, выпущу в итоге туда. 28, есть! Так, а тут стрелы хоть остались мои, подожди. Те. Да, есть стрелы. Ну так, да, нормас, нормас. Во, прям реально в центр зарядили, охренеть. Я, пожалуй, оставлю ее здесь. Все, вот так, чтобы он видел, так сказать. Ну я сам, я готов, там видел, как с первого раза попал, между прочим. И вот так это делается. Были бы вы настолько же скромны, настолько точны. Я могу быть и тем, и другим, понимаешь? Впереди у меня много практики, я буду тренироваться еще больше, пока не буду готов встретиться с вами еще раз. Будьте готовы к турниру по стрельбе из лука, когда мы его снова встретимся. Окей, давай, удачки. Конечно же, мы... следующий сезон, еще турнир. О, боже мой. Ну, это как бы не обязательно, конечно. Потому что там, по-моему, столько попыток не будет. Там нужно будет с первого раза зафигачить. Лучше, чем он вроде как. Но, в общем, посмотрим, ладно. Что, друзья, вот такая, собственно, история Алвина у нас. Все еще не до конца, нам с вами нужно будет ждать следующего сезона, да, но мы дождемся и придем, все-таки попробуем что-то с этим сделать. Получится, не получится, там уже будет видно. Ну а на сегодня мы с вами будем заканчивать. Спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Как всегда, увидимся, всем до скорого, пока-пока.